Подсудимых по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС взяли под стражу. Бывший директор и заместитель главного инженера нарушили подписку о невыезде. По закону, для того, чтобы подсудимые могли покинуть свое место жительства, требуется специальное разрешение от суда. Но бывшие руководители ГЭС попросить его не удосужились. Правоохранители выяснили, что они покидали пределы Хакасии, и сегодня на очередном слушании по делу их взяли под стражу. Теперь ближайшие полгода Николай Неволько и Евгений Шеврали проведут в следственном изоляторе. Напомню, трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС произошла в августе 2009-го, и только спустя 5 лет дело дошло до суда.